Да, именно здесь я даю очень дорогие скины за подписку. И сегодня я хотел бы подарить тебе данный ножик практически за 12 тысяч рублей. И чтобы ты мог получить данный нож, тебе всего лишь нужно подписаться на мой канал со всех аккаунтов, поставить лайк, также со всех аккаунтов и написать как можно больше крутых комментариев вместе с ID ВКонтакте или с Телеграмом, чтобы в случае победы я смог с тобой связаться. Писать комментарии нужно под всеми роликами, где проходит данный розыгрыш, потому что я выберу абсолютно рандомный ролик, и именно там подведу итоги. Скины я каждый день раздаю в своем Телеграме, на своем сайте, поэтому заходи по ссылке в описании. А теперь поехали смотреть крутой ролик. Сегодня в ролике я закинул на форс-дроп всего лишь 100 с копейками, чтобы проверить этот сайт с самой маленькой суммы пооткрывать кейсы за 50 рублей. В надежде на то, что мне что-нибудь выведет. Например, вот этот нож градиент или зуб тигра. Да, я знаю, что это почти невозможно, но я попробую это сделать. Перед началом, перед тем, как мы не начали, знаете, что когда ты заходишь на форс-дроп, ты можешь воспользоваться лучшим и самым окупным промокодом папа, который дает тебе плюс 40% на абсолютно любую сумму. Каждый твой депозит, когда ты будешь закидывать на сайт, будет умножаться на 40. Будь это 1000, 10 тысяч или 100. Без разницы, пополнять ты можешь абсолютно любыми способами. Поэтому просто имей это в виду, а мы начинаем. Ну что, добро пожаловать. Давай сразу сходу снеговика просто до 90 рублей закрутим. В этом кейсе падает ножик. И в этом кейсе падал нож моему подписчику. Так почему мне, когда у меня всего 200 жалких рублей, не может упасть какой-нибудь ножик? Я не знаю, сегодня ролик будет очень интересный. Только в одном случае. Если меня не соскамит сразу. Если меня соскамит, будет очень обидно. А что поделать, господа? Вот сейчас я знаю, что произошло. Скам года. Тут вообще нет 100 рублей. 100%. 46. Ну слушай, 46 это еще нормально. Потому что он мог выдать, как говорится, еще меньше. И это была бы проблема. Попробуем один дома. Он стоит 50 рублей. Вот если вот так смотреть на скин, на кейс, выглядит все очень круто. Вот согласись, ты просто смотришь сейчас и думаешь, блин, насколько же хорошо, насколько же качественно сейчас все это выглядит. Я открываю это на 50 рублей. Просто. В надежде, что мне это что-то принесет. Если нет, то я, наверное, начну медленно. Да ладно. Да ну нет. Ну почему он автотронику пролетает? Сын капусты? Ладно, 50. 54 рубля, подожди. 52. Давай еще раз. Если я купил, можем рискнуть еще раз. Плюс 6 рублей. Алло, это вообще-то... Ну, это нормально. Плюс 6 рублей, это тоже деньги. Перчатки пролетают опять. Ножик? Перчатки? Я понял. И леденец уже, к сожалению, не стоит этих денег, поэтому можно сказать, что вот эти два кейса, они просто фул убыточные. Их открывать нам не надо. Ну, не надо и тебе открывать, если ты заходишь в слоу баланса, я про это же. Так, ну поехали. Персональные кейсы, самая крутая рубрика, самая интересная. Здесь кейсы создаются людьми, давай смотреть, что у нас здесь. Окупной занос, точно. Но человек добавил куча синек и куча фиолок. Нас такое не устраивает, мы разве попущи? Мы не попущи, мы волки. А вот окуп 100%, я не знаю, открыть или нет. Всего лишь одна синька и две фиолки. Да, конечно, есть шанс, что сейчас из всех синих, которых только здесь есть, а она здесь одна, мне выпадает именно синька. Ты посмотри, что летит. Ты просто посмотри, что летит. Справа, слева императрица, убийство. Мне просто падает 16 рублей синяя фанера. Вот какой шанс, что пацан добавил синяя, и мне упала именно синяя. Вот поэтому я и не люблю открывать эти кейсы. Ну, в смысле, которые содержат в себе синьки. Вот смотрите, я зашел в новый кейс и поехал. У меня всего 100 рублей. Во что мы можем сейчас рискнуть? Тайна или нож? Посмотрим, что у нас здесь. Ну, сильно много фиолок. Наверное, сильно много. Изи окуп x100. Ну, слушай, это тот же самый пацан делал, поэтому нет. Он тоже добавил сюда синюю фанеру, поэтому это сразу отбой, это сразу не окуп. Но нужно что-то сделать еще. Окупной вот, вот и вот. Три кейса, которые сейчас мы проверим. Синяя? Нет. Синяя? Очень много синих? Нет. И здесь тоже синяя. Ладно, хорошо, тогда нам нужен кейс маленько побольше. Хотя, можем открыть кейс тайна или нож. Давай попробуем с него, а там посмотрим. Все-таки он самый лучший из всех, которые есть. Хотя бы он не содержит синьку. Если нам падает, нам падает. Нам падает фантомный вредитель. Последние 100 рублей были у меня на балансе. У меня упало 474. Отлично! Так, тогда сейчас нам каким-то образом нужно поднять дальше. Чтобы поднять дальше, я должен выбрать кейс. Фарм кейс окуп 100%. И, говорят, крутышка. Тоже откроем. Ну, хотя бы посмотрим, что у нас здесь. Так, ну поехали. Здесь точно, пацаны, сразу отмена. Куча серого, нас это не интересует. А вот это можем. Два розовых, куча красных. Мы это можем. Да, я знаю, что Франклин стоит супер мало, но все равно...
равно, почему не попробовать открыть? Полетели. Фарм кейс, окуп 1000%. Вот это должен быть хороший кейс. Но, блин, не знаю точно. А, понятно, он скамерский. Я забыл, пацаны, что чувак-то здесь с промиком сидит. Значит, скамерский кейс. И никак уже это не окупит. Блин, можно было бы запрещать людям создавать кейсы? Я бы прям помечал людей, которые создают специально скамерские кейсы. Короче, из-за того, что я открыл их кейс и проиграл деньги, они получают какую-то прибыль с этого. Вот негодяи и подлецы. А я, добрая душа, пришел окупиться. Опа. Стебель бамбука. Опа. А ну-ка давай. Вот этот кейс должен быть хороший. А то мы так будем сливать, сливать, сливать и в конце нас сайт схавать. Нам нужно окупиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. И мы окупились. 12 тысяч рублей. Ну не зря. Не зря я сидел, выбирал, какой кейс лучше, какой кейс хуже. 12 тысяч. И знаете, что самое интересное? Я хочу продолжить. Я хочу посмотреть еще кейсы. Например, топ-дроп. Например, кейс вот этот шейха. Это очень крутая движуха. Давай пробовать. Либо вот этот кейс мы откроем на 10 тысяч рублей. Ну, либо вот этот кейс мы откроем уже на 12 тысяч рублей. Слушай, я не знаю. Как ты думаешь, какой кейс нас больше всего окупит? Такое ощущение, что вот этот лучше, да? Но здесь есть хамелеон, королева пуль, азимов. То есть скины, которые стоят дешево. А вот здесь такого нету. Ну вот целую, обнимаю, я не знаю. Поэтому давай я доверюсь ему. Откроем на 4 раза, а там как пойдет. Все-таки почему-то я доверяю вот этому кейсу, как будто бы он меньше убыточный. Фулл инжектор и вулкан, фулл инжектор и вулкан. 27 тысяч. 27 тысяч, Карл. Вот это очень интересно. И сейчас, чтобы вы понимали, чтобы все это подытожить, давайте сделаем так. У меня 27 тысяч. Не забывайте промокод папа, который дает вам плюс 40%. Я всегда его использую, когда пополняю. Я открываю на живой за 21 тысячу. И что мне выпадает, я прямо сейчас собираюсь вывести. А ты просто участвуй в розыгрыше ножа, который у тебя в начале. И, конечно же, не забывай, что... Бля, я просто потерял дар речи. Классно. Выводим вот этот классический нож, ночная полоса.